заказала торт для Артемия Лебедева. 50 килограмм. Для такого гигантского торта пришлось разрабатывать специальную конструкцию в виде куба, куда заливалось около 20 килограмм шоколада. Внутри было 4 разных яруса, и торт был полностью съедобным. Весь торт мы раздали гостям примерно за 20 минут. И главный вопрос, как вы думаете, сколько же он стоил?